Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с притчами. Библейская притча – притча о работниках виноградники. Хозяин виноградника утром вышел нанимать работников. Первым нанятым он обещал плату в один динарий. Затем хозяин еще и в третий, шестой и одиннадцатый час выходил нанимать работников, говоря: «Что следовать будет? Дам вам». Когда закончился день, работники пришли к нему получать оплату. И несмотря на то, что одни работали весь день, другие же только один час, все получили одинаковую плату. Первый из нанятых возмутились: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен своем делать, что хочу, или глаз твой завислив от того, что я думаю? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало и избранных». Вот такая библейская притча. Называется она «Притча о работниках виноградники». Пока-пока, до свидания.